В муниципалитете в разгаре детская летняя оздоровительная программа. Открыты многочисленные лагеря дневного пребывания на базе детских садов и школ города. Дружно и весело проводят лето и ученики Видновской прогимназии. Различные занятия проводятся не только в стенах учебного заведения, но и на свежем воздухе. Два раза в неделю для ребят устраивают выездные программы. Сегодня они в Центральном парке Видного. Погода чудесная, настроение отличное. И почему бы не потанцевать под зажигательные ритмы? Развлекательная программа разнообразна. Мальчишки и девчонки не только танцуют, но и поют, участвуют в веселых конкурсах, а еще мастерят сувениры своими руками. Хотела встретиться с друзьями и познакомиться с новыми, и делать больше круг своего общения. Не очень хочется сейчас дома оставаться, хочется идти в лагерь, играть с друзьями на улице. Сейчас в лагере «Бригантина» 30 человек, которые пусть и проводят лето в городе, но делают это весело и дружно. И воспоминания наверняка останутся надолго. Здесь дети получают массу удовольствия, у них масса мероприятий проходит. В четверг еще познавательная игра проводится для них. Так дети довольны, никто не жалуется, рады приходить в наш лагерь. Все с удовольствием ходят. Ждут в Центральном парке Видного не только детей из лагеря, но и всех желающих. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, сотрудники районного центра культуры и досуга устраивают здесь мастер-классы. Мы проводим мастер-классы по вокалу, мастер-классы, у нас такая зажигательная зарядка, уже детям нужны силы, чтобы все это делать. И у нас Насима и Наталья проводят мастер-классы по оригами, и также у нас проводятся мастер-классы по изо.